Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Растения против зомби 2». Как всегда, начинаем с ивента. Давненько я не заходил в эту игру, потому что у меня очень много чего надо, ребят, снимать. Особенно вот на втором канале я очень плотно за него взялся. Практически ежедневно выходят там видосики. Так что заходите и смотрите. Так, начнем, значит, мы с вами вот так. А в чем прикол? Ну, надгробие, предположим. И что? Просто бомбить? Так это плевое дело для меня. Давай-ка шипы сюда будем везде ставить. А, вот оно что, пушки здесь будут. Ну, вот это уже будет похуже, на самом деле. Это уже будет похуже. Так, тихо, шипы сюда поставим. Значит, нужно разбивать вот эти вот, ребята, пушки, иначе эти мелкие нас просто здесь будут постоянно доставать. А оно нам, конечно же, все не нужно. Так, тихо, 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 вот эти вот голодранцы бегут, посмотри. Так, ну мы с ними справимся, я думаю, да? Арахис у меня, конечно, не особо хорошо прокачан, но справиться мы должны с тобой. Так, давай сюда поставим шипы. Так, что дальше? Вот сюда, наверное, влепим, да? И вот сюда. Так, подожди, а это только первая волна? Твою ж налево, это только первая волна. Ну, понятно, сейчас будет шторм. Почему-то я в этом не удивлен, друзья мои, абсолютно. Там еще, как я вижу, зомби в доспехах есть. Будет весело, поверь мне, будет такое веселье сейчас. Так, шипы, шипы, шипы. Давай сюда, наверное, поставим. Опять пушки. Блин, жалко, у меня нету этого усилителя орехов. Сейчас бы как звезданули бы здесь залпом, да? Вот было бы круто. Так, ребята, вторая волна идет. Вторая волна, блин, а вот эти вот зомби, конечно, мощные. Опять не то сделал. Наверное, нам лучше вот так вот сделать. Угу. Так поэффективнее. Так мы их задерживаем с тобой хотя бы. Ну куда ты вот летишь? Ну куда ты вот летишь? Паршивец, дай ему на голову. Кинь. Эх, сейчас будет поедать, да? Хотя мы можем их, наверное, успеть разбить, этих рыцарей. Да, успеваем. Вот там вот, конечно, наверху рыцари плюс с ведром на голове. Это будет хуже. Слушай, ну арахис стоит. Очень неплохо стоит, я тебе скажу. Вообще, смотри, идеально. Так, ну с этими мелкими мы разбираемся вообще на изи. Так, давай сюда монетку. С деньгами у меня вообще проблема, ребята. Огромная, просто 700 монет всего лишь. Да, обнищали. Слушай, ну скорее всего тут будет победа за нами. Пушки уничтожаются. Малышня эта уничтожается. Шипы. Так. Броня слетела. Завалили. И остается всего лишь две пушки. Слушай, ребят, я, наверное, мы еще с вами пройдем разочек, да? Единственное, хотелось бы посмотреть, что здесь разыгрывается. Какие карты. Так. Не карты, а точнее, какие растения. Ух ты. Да ладно, серьезно, что ли? Но у меня нету этого, друзья мои, растения, если честно. И оно, по-моему, если не ошибаюсь, за донат. Я могу, конечно, ошибаться. Ну что ж, повторим. Я готов. Опять то же самое. Зомби с бочками. Такие толкуны. Так, арахис, будем выставлять с тобой вот сюда. На передний план. Потому что сзади у нас лучше всего будет стоять кукурузка. Да-да, именно она. И я думаю, что не будем мы просто так с тобой тратить удобрения из-за всяких пустяков. Лучше уже в конце, как говорится, вжарить, да? Со всех орудий. Здесь арахис вполне простоит. Если он выдерживал, извини меня, натиск зомби в доспехах, то уж с мелкими мы справимся с тобой вообще на изи. Даже вообще без проблем. Давай, 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 вот здесь вот пробиваем. Сюда поставим шипы. Вот сюда вот, наверное, тоже влепим кукурузу, да? Пускай она здесь немножко их задерживает. Так, и два ряда шипов.
Это будет вообще идеально. Да, именно вот так. Ой, зачем я сделал? Ну, ладно, фиг с ним, ребят. Надо было туда кукурузу ставить. Я немножко лопухнулся. Ну, ничего страшного. Так, две удобряшки. Вот сюда я поставлю, наверное, кукурузу тогда. Смотри, смотри, что он делает, а? Все-таки пытаются, да, прокусить. И это те зомби, которые, ребята, попадают с помощью ураганчика. Так, вот здесь, конечно, что-то уж больно много накопилось. Надо будет влуплять. Так, ну с этим справимся. Окей. Так, два ряда шипов я хотел сделать. Остальное все будем с вами заделывать именно нашими вот так вот орехами. Видишь, как они проходят, просто пролетают. Им везет, они не касаются шипов. Поэтому можно перед каждым, даже сказать так, арахисом поставить шипы. Чтобы пока он его прокусывал, да, у нас была возможность его обстреливать и наносить урон, соответственно. Так что все вполне очень понятно, ребята. Самое главное, что легко. Вот видишь, он куча целая тут копится. Жалко, шипов у меня нету. Да, в принципе, если он пока там с одним орехом разберется, его целая гряда здесь разнесет в хлам. Так что я даже не буду здесь ничего делать. Нет, можно, конечно, потратить удобрение. Вот, вот сейчас. Вот сейчас и вот здесь. Хотя лучше это делать вот таким вот образом. Опа. И что, что я сделал? Сделал не то, что надо. Этих мы еще даже в воздухе с тобой подбиваем. Они не успевают даже приземлиться, уже остаются без голов. Так, эти сейчас зомби здесь на шипах получат колоссальный урон. Соответственно, мы их добьем. И пушки вот эти с собой тоже разнесем. Сейчас вот эта пушка сломается. Вот. И вот эта пушка тоже сейчас сломается, ребят. Все, проще пареной репы. Ну что же, забираем остатки роскоши. А, три. Так, ух ты, электрокамыш, аж 5 штучек дали. Спасибо. И хоть какие-никакие, но монетки мы с тобой зарабатываем, золотые. Ну что, теперь давай посмотрим, что у нас там дальше есть. Какие задания, испытания. Так, прокачка, типа, да? У меня денег мало, поэтому давай-ка я зайду лучше к себе на огород. Просто посмотреть, что у нас там. Упс. Что у нас там созрело? У нас тут все шикарно, как ты видишь. Забираем все вот эти вот растения. Так, так. Окей, это все абсолютно поливаем. Где наша Жужу? Вот она летит. Жужу, будь добра. Вот эту вот мину сдобри. Потому что вот это, ну зачем нам, да, ребят? Это только на воде работает. А с водой мы как бы с тобой сейчас не сталкиваемся в последнее время. Ну что, или нам смотреть, какие ежедневки. А, мы можем с тобой зайти на арену. Верно? Глянуть, как там у нас дела. Так, что это? А, нужно обновить. Окей. Так, ну что, друзья мои, я сделал обновление. Давайте посмотрим, что у нас тут происходит в Penny Pursuit. Ага, новые какие-то задания. Так, давайте. О, слушай-ка, вот это хорошо. Виноградина, да? 8-й левел. Ладно, была не была, поехали. Я рискну. Хотя я думаю, сейчас отгребу по полной программе. Так, что у нас тут такое? Не знаю, ребята, в чем прикол. Давай возьмем, наверное, с тобой перец халапенье. В плане, подожди-ка, что такое? Нельзя? А в чем прикол? Ну давай тогда вот это вот. Затерянный город у нас получается, да? Ладно, давай возьмем, наверное, с тобой арбуз. Арбуз, а как он мне здесь поможет? Как-нибудь да поможет. Арбуз берем, короче, так, чертополох. Слушай, мина, наверное, здесь вряд ли нам понадобится. Может, хурикали взять, а? Хм, очень интересно, кстати. Ну, возьмем, конечно же, наверное, с тобой подсолнух еще, да? Дикий. Где он у нас? Вот, кстати, кто еще нужен. Слушай, а тут будут, интересно,
Зомби с этими, как они называются, с зонтиками. Нет, наверное, вот эти вот все, все, что будут вот здесь показаны. То есть нам бы не помешал зомби магнит. Точнее, не зомби, а растение магнит. Как-то вот так. И что еще? Ну, пускай будет камыш, электро. Кукурузу давай возьмем, да? А подсолнух я так и не взял. Все на него смотрел, и все мимо. Так, лаву гуаву, я думаю, не стоит брать. Да все, наверное, давай еще вот возьмем с тобой горохострел. Все, ребята. Я готов. Я готов отражать нападение зомби. Так, чтобы, блин, 500. Ага, мы еще с тобой не должны никого. Блин, если бы я знал, я бы не брал бы к себе этот подсолнух. Ладно, пускай будет. Точно уж лишним он никак здесь не окажется. Так, Дейзи тут поливает. Камыш мой электро там бомбит. Давай, наверное, вот сюда поставим с тобой еще, да, один. Слушай, 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 что-то они как-то быстренько тут собираются на меня, по-моему, нападать. Давай я еще поставлю один электрокамыш. Еще поставим сюда Дейзи. Так. Не вижу, пока зомби у нас с ведрами нету. Пока нету. Чертополох. Ну-ка, зажги. Зажег твою же дивизию, а. Слава, ты зажег. Придется вот так вот делать. Ребят, не хотел, но пришлось. Блин, тут энергии, в принципе, достаточно, друзья мои. Вау, сейчас будет бомбеха. Ха-ха. Но они крепкие. Ты посмотри, эти зомби, друзья мои, очень крепкие, поэтому их так просто не уничтожишь. Вот так-то. Крепковатые. Сколько тут... Слушай, ну, в принципе, уже волна заканчивается, судя по этому, по графику. Давай еще, наверное, с тобой зарядим разочек. Угу. Так. Чертополох подоспел. Давай-давай, забираем с тобой энергию. Так, погоди-ка, я же вызывал двух, вроде бы, да? Арбузов, а почему у нас только один здесь с тобой стоит? Объясни-ка мне это на милость. Пока непонятно. Ладно, давай еще один чертополох сюда поставим с тобой. Да ну, быть такого не может. Ну-ка, давай-ка вжарь. Че они такие крепкие-то здесь, а? С чего это вдруг? Окрепчали. А если я так сделаю? Угу, разрулил ситуацию. Здесь тоже забомбили. Слушай, вот. Последний, ребята. Нет, 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 не последний. Последний будет сейчас. Так, мы забрали, да, у них шлемаки. Слушай, еще нужно ставить один магнит. Зомби в шлемаках. Ну ты видишь сам. Их должны наказать абсолютно всех. Сюда поставим горохострел. Пускай там бомбит. Этот с флагом ты достал, ханорик. Слушай, ну заморозка очень даже хорошо тут действует на них. Они ничего не могут делать. Еле-еле там идут. Как говорится, еле клешнями своими передвигает. Вот, вот здесь вот только мне вот не нравится, ребят, что происходит. Зомби, ага. Забрали мы у него шлем. Подбили, и остается последний зомбарь, которого мы, естественно, с тобой разбомбим. А этот у нас глючит, малой. Сейчас мы его тут заклупаем. Ну что, я тебе скажу, довольно неплохо мы с тобой прошли. Я получаю немножко винограда, а точнее 5 ягод. Плюс у нас тут идет с тобой небольшая прокачка. И я выполнил квест. Соответственно, могу забрать реворд. Что там вылазит? Понятно. Давай посмотрим, что у нас вот здесь, на втором уровне.
будет доступна. Так, гемы, гемы и деньги. Ну, давай, наверное, просто с тобой ради денег подеремся. Гемы это, конечно, все хорошо, но деньги все-таки как бы нужнее. Ага. Три цветочка. А здесь-то я могу взять, надеюсь, халапеньо? Могу. Так, здесь у нас будут и летчики, да? И с ведрами. Хм. Как будем с тобой поступать? Ну, опять же, магнит понадобится, наверное, скорее всего. Летчики. Летчики, они у нас сверху падают, да? Да я думаю, наверное, возьмем с тобой Минку. Возьмем с тобой Дейзи. Так, Бублиша стоит брать, как думаешь? Не стоит? А я вот думаю, что стоит Бублиша взять. Возьмем вот так вот, наверное, с тобой, да? Сладкий перец катапульта. Электрокамыш? Возьму, на всякий случай. Слушай, может быть, издувать их придется? Давай возьмем с тобой клевер. Клеверок наш. Да, помимо клевера надо же еще взять. Давай вот этого возьмем, наверное. И, наверное, придется взять подсолнух. Слушай, я не знаю, насколько хорошо у нас тут будет. Но я думаю, что мы должны справиться. Начнем с подсолнуха, как всегда. Так, энергия идет, слава богу. Давай так сделаем. Будем копить с тобой энергию. Зачем вот здесь Red Stinger поставили? Я немножко не пойму, если честно. Для чего? А, может быть, он же как защитник идет, да? В первом ряду. А ну-ка, вжариваем. Тыщ. Обалденный тут. Поджары. Так, давай прям на мину. Приземляйся, олух. Прям на миночку, молодец, красавчик. Так, ну что, задний ряд у меня полностью, ребята, сделан из... Так, тихо, что тут у нас? Из подсолнухов. Так что пора зажигать, верно? Верно, так, Дейзи поставим сюда. Поставим, наверное, вот таким вот образом. Хотел проверить, можем ли мы сдуть вот этих вот ребятулек, которые у нас повисают. Именно этих зомби. Упс, тихо. Так, вот здесь вот они прошли, да? Все-таки затоптали мои бедные растения. И это о чем говорит? О том, что они сейчас, наверное, побегут, да, сломя голову здесь. Будем отбиваться. Чего бы нам этого не стоило. Будем защищаться. Так, Red Stinger уже у нас под ультой. Под удобрением. Слушай, ну все, тут сейчас последняя волна пойдет. Я тебе скажу, авансом даже скажу, что мы здесь разберемся вообще на изи со всеми. Вот, применяем так. Сам видишь, разнос капитальный идет. Никаких шансов у зомби здесь пройти нет. Нету, не было и не будет. А мы их тут все прижучили. К ногтю их, как говорится, да? Еще вот одну поставлю сюда. Давай, вот сюда вот. Мало того, что снаряды, ребята, падают на землю, так они еще разрываются на маленькие такие огненные осколки, что тоже наносит повреждения. Ну ладно, я доволен. Давай посмотрим, что нас поджидает в следующем, в третьем испытании. Вот что я хочу. 8-го уровня, правда, зомби. Ну что, попробуем здесь с тобой справиться. 8-го уровня. Сильные и крепкие, я не спорю. Сейчас еще посмотрим, кто здесь будет. Что? Что там? Ух ты, а это что такое, ребята? Честно говоря, я не знаю, что это за перк. В первый раз вижу. Слушай, ну зомби те же самые, с ведрами. Как бы ничего там такого нету. С ног сшибательного. Единственное, что для, конечно же, 8-го уровня, мои растения 2-го уровня здесь, ну, как бы вообще не котируются. Будем честны, да? Ладно. Как-то будем, я не знаю, выживать. Пытаться выжить. В чем очень мало вероятности будет. Так, хурикали мы, кстати, с тобой прибережем. Уже, как говорится, на такой крайний случай, если зомби будут подходить, чтобы их сдувать, ну и при этом еще будем замедлять. А вот Red Stinger, да, он будет очень хорошо нам помогать. Издалека бомбит.
именно на заднем ряду, на передних рядах, ребята, он стоит как защитник. Да. Мне бы на самом деле бы не помешал бы магнит здесь. Вот магнит было бы вообще замечательно. Так, уже два хурикали у нас тут накопилось. Хм. Ладно, давай я сюда поставлю еще стингер. Блин, придется, наверное, ребят, сдувать их. Окей. Так, здесь делаем вот так. Пускай тут горят. В этом соку лавы гуавы еще поставим. Так. Окей, хурикали мы пока тратить не будем. Здесь я вижу, удобряшка идет. Надо нам ее получить. Обязательно в порядке. Ты посмотри, какой, а, крепкий. Да посмотри. Так, сдуваем и ставим сюда лаву-гуаву. Да, стингер, конечно, не подходит для уничтожения вот этих вот зомби. Будем честны. Просто не подходит. У него недостаточно дамага, да, он, по-моему, первого уровня у меня. Точно не помню, но что-то такое. Вот лава-гуава, несмотря на то, что она второго уровня, жарит неплохо. Кстати, идет очередная волна. И эта волна жесткая, друзья мои. Так, вот этого надо по возможности. Блин, да тут везде все надо делать. Где? Вон он, зомби, да, этот идет с флагом. Ну... Да не может быть, блин, ничего не сделали. Так, сюда лаву-гуаву. Сюда сдуваем. Как-то вот так пока, ребят. Этого-то хоть сможем завалить? Ну, должны, обязаны. Не можем же мы его пропустить. Так, а вот здесь-то что? Идут. Идут они, да, гаденыши? Так, пока не буду ничего, ребят, применять. Все, отлично, тут справились. Давай стингеры вжариваем. Это только первая волна была. Блин, тот с флагом до сих пор здесь, что ли? Еще жив? Вот здесь вот много, много, конечно, зомби. Но если что, сдуем их. Да, вот здесь надо сдувать. Сам понимаешь, почему. И вот здесь как бы надо сдувать. И вот здесь. Все, ребят, как бы другого варианта пока нету. Только на сдувалках будем жить. Так, теперь ставим сюда лаву-гуаву. Пускай она их тут поджаривает, как бы. Стингеры будут стоять здесь. Да, они прокачанные, ребята. Вот из-за этого, в принципе, и беда. Была бы прокачка, было бы, конечно, все намного лучше. Да, их тут... Че-то их тут дофига, ребят, смотрите. Просто орды, ордищи, я бы так сказал даже. Блин, да неужели? Эх, не хотелось бы, не хотелось бы, но, видимо, придется, да? Да, поедает, поедает они. Смотри, одного за другим. Так, тут пришлось, ребята, сдуть. А здесь, наверное, придется нам все-таки применять наши заклинахи. Либо сдувать, наверное, да, будем сдувать, скорее всего. Ну, 1000 потратим, фиг с ним. Все равно другого варианта нету. Так, сдули. А здесь, ребята, то же самое, сдуваем их. Вот так вот. Вот почему я тебе и говорю, что деньги все-таки лучше. Давай-ка попробуем вжарить. Причем это далеко не последняя волна, как ты можешь видеть. Далеко не последняя волна. Что-то стингеры как-то здесь, ребята, ну... Ну, как бы, блин, ну... Проигрываем мы. Все равно проигрываем, как вот ни крути. Я не чувствую той самой мощи, которая должна быть у этих цветочков. Ну, и есть, конечно, как бы тебе сказать, оправдание для них... Недостаточно высокий уровень этих растений. Был бы он уровня 5-6, я думаю, они бы тут вжаривали, будь здоров. Но так как они первого там или второго уровня, и это должно быть им простительно. Так, тут вроде бы более-менее, ребята, более-менее. Давай поставим сюда стингера. Вот здесь, если что, будем сдувать хурикали. Но опять же, это не последняя волна. Вон они идут, идут, идут. Бесконечно это просто все... Понимаешь, все бесконечно. Здесь придется использовать вот так. С этими, я думаю, разберемся. Этого-то хоть зомби-то завалите у меня, а? Растения, молодцы, красавчики. Оу, оказывается, у нас уже перебор с тобой по удобряхам. Пришлось мне
потратить. Давай тогда здесь всыпем. А вот здесь вот не пробьем, да? Не пробьем, ребят, придется его сдувать. Ну и смотри, что происходит. Жестко, жестко тут, конечно. Давай сюда поставим, наверное. Этого-то бомжару сможем подбить. Ты не забывай, что у нас тут еще есть газонокосилки. Мы их с собой не тратили. А ведь можем. Да, можем, но это мы будем делать уже с тобой на последней, я думаю, волне, которая вот-вот уже начнется. А вон она уже бежит, сломя голову. Съел, да, все-таки гаденыш съел, но и в то же время сам погиб. Ладно, выставляем сюда ловушку. Потом вот здесь надо будет, надо как-то влепить нам ее. Удобряшки врубаем, подрубаем. Тут по-другому пока никак. Будем тратить. Ну, где не пробьем, ребята, там уже газонокосилка сможет подбить. Сам понимаешь, да? Упс, я не понял. Я, честно говоря, думал, что это последний зомби. А я ошибся. Вот она, только последняя волна где идет. Вот это я лопухнулся, друзья мои. Вот это да. Для меня это нежданчик был. Ха! Твою же дивизию. Так, Хурикали, держись до последнего. Попробуем пока тут, ну, пробиться. Сколько сможем, сколько протерпим. Да. Лютенько, я тебе скажу. Ну, деньги в любом случае я тратить уже не буду, потому что тут у нас с тобой остаются газонокосилки. Именно они. Так. Ну, давай вот этих вот в последний путь отправим. Ну, и издалека будем их пытаться бомбануть как-то. Так а как тут их бомбить, ребят? Это бесполезно. Тут еще это ускорение, блин. И мне до него никак не добраться, потому что он там стоит в самой, так сказать, куче. Нате вам лаву-гаву, ешьте, мне не жалко. Хурикали можно, в принципе, пока придержать. Ага, давай сюда еще разок, потому что, ну, тут они крепкие идут. Так, а с этим-то мы сможем хотя бы разобраться? Сможем. Вот так вот мы его сдуем, и сюда я поставлю лаву-гуаву. Это последний, кстати, зомби, ребят. Все. Победили. С горем пополам, естественно. Пришлось очень много потратить денег, но ради винограда я пошел на такие вот, ребята, жертвы. Так, ну что, давай посмотрим теперь, кто будет на следующем испытании у нас. Очень хочется посмотреть. Ну давай, давай, давай. Ромашка. Четвертый, да? Ну тут ради денег только стоит идти. Кстати, пятый уровень не так уж и сильно. Ох, ничего себе тут. О, тут уровней-то, ё-моё, ребят. Я думал, 1, 2, 3, ну максимум там 5, 6. Ага, конечно. Тут все 26, ёлки-палки. Ну что, давай, пойдем с тобой. Пойдем с тобой. Да, ребята, закончилась, к сожалению, энергия. Ладно, на следующую серию оставим. И давай зайдем на арену. Да, ребят, не удивляйтесь, ну, потому что я не заходил в игру. Я, видимо, там уже не один сезон прошел за это время, пока я отсутствовал. Но зато будет интересно посмотреть. А, ух ты! Подожди, оно до сих пор еще разыгрывается? Я думал, уже закончилось. Нет, еще разыгрывается. Ну что, ребята, у меня 5 перчаток, я думаю... Подожди-ка. А как это я так? Я не понял. Я на втором месте? Ну, давай посмотрим. Честно говоря, не особо помню, что здесь нужно сделать. Так и, по-моему, у нас лига новая. Как бы сейчас будем глядеть. Какие... Так, первобытные, блин, первобытные. Слушай, а нам дают улучшенных и виноградина. Улучшенных... растения улучшенные. Слушай, ну я думаю, тут всем все будет ясно, да, кого я буду выбирать. Все по стандарту, абсолютно. Так, тут у нас еще будут машины, да, эти всякие уничтожающие. Так, чтобы нам шипы, наверное, сюда возьмем. А что касается этих подсолнухов,
Нужны они нам или нет? Где они у меня, родные мои подсолнухи? Они тоже под ультой будут или как? Ох, слушай, подожди секунду. Наверное, мы... уберем цитрона, вот этого я поставлю. Этот будет эффективнее, согласись. Подсолнухи запрещены, кстати. Ха. Ну ладно. Че, ребята, стартуем? Поехали. Уж больно хочется мне посмотреть, как мы тут с собой справимся. Еще не забываю, виноградина есть. Так, let's rock. Ой-ой-ой. Так, тихо. Человечек уже там начинает бомбить вовсю, как ты видишь. Уже вовсю начинает бомбить. Слушай, неплохо, неплохо он там стартанул, скажем так. Что-то я, конечно, в разы тут, по-моему, проигрываю. Ладно, фиг с ним. Давай так вот сделаем. Кто там похищает? Я не могу понять. Мою энергию, объясни-ка мне. Я его не вижу, но кто-то там тырит. Давай же... Воу-воу-воу-воу. Ты серьезно, что ли? Вышел тут поплясать? Ну-ка, да... Да нет, не то, не то, не то. А ты-то куда с бочкой там прет? Так, вжариваем. Бублиш. Я все равно пока проигрываю, да, ребята? Как ни крути, я пока проигрываю. А ну-ка давай сюда вот в мину. Слушай, тут, наверное, можно было бы на одних минах неплохо, как сказать, вырваться. Как ты по этому поводу думаешь, а? Мне почему-то кажется, что можно было вот действительно на одних минах тут просто разрулить всю эту ситуацию без проблем. Давай виноградину сюда вот прям в середину влупим. И, как ты видишь, я выиграл. Смотрим, что было у нашего противника. Угу. Кукурузу он брал. Так. А у меня вместо кукурузы был вот этот вот бублиш. Я тоже, ребята, делал именно акцент на замедлении. Ну и, как видишь, вроде бы неплохо получилось. Слава богу, мы с тобой ягодки... Точнее, ягодки, а карамельки заработали. Давай тогда попробуем еще. Да? То есть я на втором месте. Неплохо, мне нравится. Единственное, знаешь, что я думаю? Единственное, я вот думаю, может быть, нам с тобой поменять челебин, ну, это вот этот вот фасоль с лазером, на кого-нибудь другого. А вот на кого сейчас мы и посмотрим. Есть неплохая задумочка у меня. Смотри, тут рано или поздно пойдут Гаргантюа, да? Он будет бросаться. Плюс эти газетчики. Плюс машины. Вот лазербин, я не знаю, может быть поставить там так. Во-первых, поставим свой вот этот вот, что у нас было. Так, и смотри. Или можно поставить вот этот гриб, будем сдувать. Хм. Лаву-гуаву. Ну, как-то не актуально, если честно, ее ставить здесь. Уменьшатора тоже как бы неохота. Мина. Вот этот же у нас под мины, да? Да, этот под взрывчатку у нас способен делать. А, вот что мы можем с тобой поставить. Ребята, все. Вместо челебина мы ставим с тобой вот этого. Да, от него, мне кажется, будет побольше толку. И вот не знаю насчет, конечно же, кабачка. Может быть, отравляшку поставить? Кабачок, кабачок. Ну, кабачок тоже неплохо бомбит, если честно, да? Как бы он давит. Причем не кисло. Ладно, оставим его. Поехали. Так, 875 нам энергии изначально дают. Естественно, это мы с тобой пропускаем. И
Давай будем вжаривать. Начинаем. Ну, можно вот с этого даже начать. Именно сейчас. А дальше, дальше что? Дальше бублиш пойдет у нас. Бублиш. Потом мы делаем с тобой вот так. Окей. Этого пока прибережем до лучших времен. Так, окей. Погнал. Будем их тут всех с тобой мять. Бублиш, делай добро. Делай... Так, виноградину я, наверное, пока придержу. Пока придержу, да? Вот это тут все. Пускай у нас будет. Нет, 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 нет. Танцор диска, успокойся. Так, не получается, да? Не понимает он нормальных слов. Пришлось, ребята, их там подтянуть всех за эти дела. А куда вот этот вот летит? Объясни ко мне, пожалуйста. Куда он там полетел-то? Это летит в непонятном направлении. Давно не получалось, что ли, а? По башке. Так, замедляха. И шипы. И тут же сразу вот кабачок ставим. Пускай он тут давит и всех. Блин, мы, ребят, проигрываем с вами, если честно. Мы проигрываем с вами. Так, давай виноград. Естественно, мины. Мины и шипы. Без шипов-то никуда. И кабачок. Блин, кабачок, вот не знаю, вот. Может быть, его стоит даже убрать. Может быть, опять же говорю. Не точно, а может быть. Так, удобряхи, давай. А, что, время уже кончается? О, ребята, я тут профукал. Профукал, видимо, из-за того, что вот. Так, виноград. Слушай, 13 уровень, ты серьезно? О, друзья мои. Ты понял? 13 уровень у него был этих растений. Я максимальный, который видел, это 10. Ну, тут 13. Офигеть, я улетел, да? Я улетел, ладно. Короче, зомби вот этот вот бутербродный мне что-то не зашел. Слишком медленно он идет, слишком... Ну, слишком не то, короче. Значит, сделаем, чтобы так. Возвращаем все, что было у нас. Убираем вот это вот все. И будем ставить следующее. Где наше... Вот, банан возьму я, наверное, сюда, скорее всего. От него будет больше толку, он будет взрывать, да? И Дейзи. Точно Дейзи? Точно мы хотим с тобой Дейзи взять? Или же все-таки опять кого-нибудь взрывного? Например, арбуз. Морозный. Или же мину. Ну, это мина, блин. Ладно, возьмем мину. Че, ребят, рискнем? Да, риск, конечно, крутой здесь. Ладно, давай посмотрим, что это здесь у нас получится из этого всего. Энергия очень медленно идет. Так, пошла банановая фигня. Тут, как ты понимаешь, все у нас на минах будет закручено, заверчено. Давай, давай, банана, банана. Вот тебе и банана. И опять, опять у меня, ребят, противник меня переплевывает. Переплевывает просто по всем фронтам. Окей. Давай вот так вот делать. Хоп, хоп. Банана, ты где там? Слушай, банана что-то очень слабо бомбит. Будем честны, да? Я немножко по-другому ожидал. Ну ладно, что ж поделаешь. Что-то опять мы с вами как-то тут слабенько-слабенько выступаем. Очень слабенько, я тебе скажу. Очень слабенько. Так, виноград пошел. Ну,
предположим, я это все забираю. Хоп-хоп-хоп, банана, говори, да? Давай сделаем так. Мины, мины, мины. Конечно же, везде, ребята, должны быть мины. Так, шипы. Врубаем. Врубаем свои шипы. Так, внизу, внизу, ребята, видите, тут вот. Опа. Ты видишь, кто идет там впереди? Видишь, конечно же, видишь. Как бы ты не видел бы. Так, здесь давай делюшкой займемся. Виноградина, хорошо. Так, я выиграл. Буквально, ребята, на совсем капельку. Слушай, ну он, смотри, вот как вот такого бизона, ребята, можно было выиграть. Но я выиграл. И я этому очень рад. По крайней мере, мы с тобой зарабатываем две пиньяты. И давай посмотрим, что из них нам выпадет. Покажите, пожалуйста, лук. Все. О, лук, я могу его прокачать. И 10 картофельных мин, которые я тоже могу прокачать. Странно, я не знал, что мины у меня готовы к прокачке. Слушай, как тебе вот эта вот колода, которая у меня сейчас вот была? М? Вот все вроде бы неплохо, но чего-то не хватает, согласись. Вот чего-то, какой-то вот изюминки. Может быть, в банановой вот этой вот ракете чего-то не хватает. Поменять ее? Как вот ты считаешь? Чего-то вот чувствую, что надо что-то поменять. Но не могу понять, что. Вот смотри, вот наша команда. Может быть, нет, Бублиш очень хорошо помогает. Он замедляет зомби, зомби стоят на месте, ничего сделать не могут, и это классно. В этот момент мы их разбиваем. Или в мини, или в банановой бомбе. Что-то вот как-то вот не стыкуется у меня. Вот серьезно тебе говорю. Что-то хочется заменить. Или я просто уже придираюсь. Может быть, Дейзи взять. А толку? Короче, давай-ка мы с тобой, наверное, еще разочек попробуем вот этой командой поиграть. Пока вот кажется, чего-то все-таки надо заменить. Но что, я тебе точно не скажу. Вроде по минам все хорошо. Вроде и кабачок как бы, да, нужен, блин. Ну вот, видишь, она не уничтожает вот эту вот банановая наша фигня. Зомби сразу, она их не убивает. Это вот меня немножко как бы расстраивает. Если бы она сразу бы их уничтожала, было бы прикольно. Так, ну давай, предположим, я вызову здесь шипы. Тут, естественно, опять же ракету эту банановую. Этих зомби всех к ногтю. Мину опять же очередную, да, поставим. Виноградину, я думаю, надо вот вообще ее беречь для такого случая, чтобы, как тебе сказать, когда их будет целая армия здесь идти, да? И вот ты ее туда вот втюхиваешь, вот это да, вот например, как здесь. Уже просто опасно. Уже просто опасно, видишь, этот зомби тут еще ползет. Бумс, видишь, как вот. Все вроде бы великолепно. Так, дальше что, еще одна ракета. Еще нам нужны будут с тобой шипы, чтобы они там не выпендривались. Так, вот этот вот диджей чертов. Тоже его в разнос. Вон, шипы. А шипы на летающих, ребята, не действуют, да? Вот в этом вся беда. Ну-ка, оживачка. Оживачка работает, отлично. Так, давай, наверное, что мы с тобой сделаем? Шипы. Шипы с тобой активируем. Сразу же туда будем бомбить. Здесь тоже бомбить. И виноградину. Вот сюда вот ее. Нормуль? Ну, вроде бы как нормуль. Единственное, что вот тут вот наверху мне не нравится, что происходит. Сможем мы их задержать-то как-нибудь? Да, мы их в жвачку всех втюхали. Теперь еще шипы я туда вонзил. Так, предположим, ребята, что у нас там получается по этим, по монетам, по очкам? Я пока не смотрю, ребят, я очень отвлечен. Слушай, ну 717 у нас, то есть мы выиграли, верно ведь? Да, мы выиграли и смотрим оппонента. Но тут понятно, тут слабенький был противник, поэтому и как бы выиграл. Тем не менее, 3000 монет на дороге не валяется, и вот тут уже 6 пиньят разыгрывается. 6 пиньят, я думаю, что стоит за них побороться. Тем более у нас с тобой есть пока еще перчатки, 2 штуки. Поехали. Тем более я уже, как видишь, на
третьем месте. На первое место, конечно же, я не претендую. А я в какой лиге-то? В серебряной, да? Или меня до бронзы опустили? Ты не видел? Я что-то, кстати, тоже не обратил внимания. Ну что, давай пока оставим эту колоду. Вроде бы неплохая, ребят. Вроде бы неплохая. Пока не проигрываем, она неплохая. Как только начнем сдаваться, сразу станет плохой. Закон придирки. Так, 2 минуты у нас на все про все. Вот эти вот, конечно, начинают... А, они даже в истерику не впадают, ребят. Потому что мы их... Того слабый урон, что не хватает мощей их пробить. Вот оно что. Так, энергию забираем сразу же. Я не понимаю, кто ее, правда, тут тырит, эту энергию у меня. Но кто-то ее тырит. Так, давай. Меня уже притесняют чуть-чуть. Ты заметил, да? Чуть-чуть меня там сдвигают. Давай. Окей. Хоп-хоп-хоп, банан. Вот это мне нравится, когда нам жужжит. Хоп-хоп-хоп, бананы. Так, давай. Влупляем. Бамс, бамс, бамс. Вот куда ты бежишь, танцуля? Бежит она мне там, сломя голову, да? Так, все отлично здесь. Давай, бананы. Влупляем. Блин, ну ты достал. Вот этот вот летающий говнюк, он летит и просто он меня бесит. Вот как вот его тут, а, наказать? Я не знаю, ребят, как его тут наказать. Он все равно пролетел. Вонючая мухоморка. Давай вот так вот сделаем. Может быть, вот так его как-то самому его подбить? Да, его надо самому подбивать. Так, друзья, я что, проигрываю по ходу дела, да? По очкам-то. Ну да, я проигрываю. Причем очень сильно. Да. Буквально чуть-чуть, ребята, на 64 очка. Ну вот как вот можно тут проиграть было? Вот тут, я не знаю, ну да, вишня у него, ну и что? Тратим, ребята, тратим 20 гемов для того, чтобы еще раз попробовать. 6 пиньян, ну сам понимаешь, на дороге не валяется. Я, конечно, еще смогу перчатки получить за просмотр. Блин, я все-таки меняю, ребята, банан этот. Меняю все. И даже не уговаривай, вот только на кого. Вопрос, на кого менять банан? Сейчас посмотрим. Банан мы с тобой поменяем. Твою ж налево. Твою ж налево. Я вот честно тебе скажу, даже не знаю, не вижу никакой альтернативы этому банану. Фасоль. Ну, блин, фасоль. Фасоль как фасоль. Бумеранг тоже как бы. Цитрон можно влепить, но он одноразовый. Он бомбанул и все, и забыл о нем. Хотя, нет. Огненный. Не знаю, ребята. Вот хоть тресни. А, кстати, мы же можем вот так вот с тобой сделать. Точно, ребята, у нас же с тобой есть. Да? Да, давай посмотрим. Он же у нас на взрывы, на взрывы. Сейчас посмотрим, как это все будет у нас с тобой работать. Минами обложимся, поставим его. Будет хлопать, пукать, да? Взрывчики свои делать. Так, посмотрим, как это все будет у нас с тобой работать. Так, поехали. Вначале все тут заминируем к ядрене фени. Так, выставлю я его. Это вот так вот все. Бумс. Так, отлично. Но опять же тебе скажу, он первого уровня. Особо от него ничего не ожидай. Так, давай плодить. Будем его плодить здесь. Че, он меня как-то уже переплюнул. Нет, он меня еще пока не переплюнул. Так, виноград чуть было не использовал.
Вот куда ты вот летишь, а? Летит он где-то, понимаешь ли. Так, взрывы, взрывы, взрывы. Это всегда, ребят, хорошо. Я бы сказал, очень замечательно. Так, сюда. Что там у нас, ребят, по очкам? Ой, ё-моё. Очков просто немерено. Вот говнюк мелкий все-таки прошел, пролетел. Ладно, у нас будет дофигища солнечной энергии, но... очень мало возможности выставить. О, вот, 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 вот. Давай сюда. Подожди, куда ее? Что, сюда может? Куда ее поставить-то? Мне даже поставить некуда, прикинь. Виноградик этот, бомбануть, чтобы. Ну, все за это, за... заставлено, понимаешь? И у меня уже миллион очков, ребята. Слушай, ну тут вообще по красоте. Ну, противник опять же был слабенький. Только, может быть, из-за этого. Ну что же, мы с тобой заработали 6 пиньет, давай открываем. Это пиньеты, по-моему, самые простенькие, да? О, 10 картофельных мин. Что у нас туда? Ох ты, ничего себе простенькие. Отлично, ребята. Прокачивается вишневая бомба. О, гранат. Бомба-гранат. Так, и 10 винограда. Все? Все, ребята. Слушай-ка, ну, солидно. Солидно. А знаешь, что меня еще удивило, ребята? Что здесь какое-то новое растение появилось. Хотелось бы, конечно, вот это все получить. Я на втором месте уже. Насчет нового растения. Подожди-ка, я хочу глянуть, что это за растение такое. Где-то вот тут оно у нас находится. Я вот его видел. Или оно только откро... Вот. Что это такое, ребят? Смотрите-ка. Маркадамия. Какой-то орешек. Орех маркадамия. А что он, интересно, делает? Как это? Посмотрите, когда он откроется, а? Когда он будет доступен? Блин, вот этот, конечно, бы хотелось бы получить. Слушай, а сколько нам нужно еще с тобой, чтобы хотя бы следующий этот получить? Следующий этап. Дай-ка я гляну. Где там у нас смотрится-то это все? Сюда, по-моему, да, надо нажать. Так, 58. Ох ты, друзья мои, давайте-ка мы с вами посмотрим рекламку. Я получу перчатки. Нам всего не хватает 2 корон, чтобы я получил сколько там этих пиньет? 20 штук? 20 пиньет? Я ведь не ошибся? Нет, не ошибся. Так что смотрим. Ну что, друзья мои, я решил сорвать куш по-крупному. Я получил 4 перчатки, да, за просмотр рекламы. И я хочу получить 6 конфет и, ко всему прочему, 4 вот эти пиньяты. Плюс еще 20 пиньят, которые нам дадут. Ох, поехали. Не будем с тобой менять пока колоду. В принципе, я хочу сыграть именно ей. Ты видел сам, залям. Перемахнули по очкам. И это не просто так. Против Фараэля Кама мы играем. Оставим все как есть. Поехали. Надеюсь, удача нас с тобой не покинет. И на этот раз... Let's rock, конечно же, что тут думать. Вот эту штуку мы с тобой будем использовать в самый такой последний момент. Когда, грубо говоря, уже будет безвыходное положение. Так, он уже начинает, ребята, баловать, как ты понимаешь, да? Так, предположим. Что мы с тобой тут можем сделать? Я не знаю, что мы можем. Вот так вот. Шипы мы можем с тобой вызвать. Так, я пока вырвался вперед, ребята. Пока. Угу, мина. Давай, иди. Ты нам здесь нужна. Как никогда, виноград. Зачем мне сейчас виноград? Я не знаю, ребята. Виноград мне сейчас не нужен вообще никак. Ё-моё. Где враги-то все? Хоть бы появились. Они даже не успевают, ребята, появиться, как их тут уничтожают. Тут же прям. Видишь, что происходит? Ладно, будем выставлять тогда мины. Раз другого нету у нас с тобой дела. Просто в разнос всех. О, мы уже с тобой проигрываем. Именно по очкам. И сразу вырвались вперед. Сразу же вырвались вперед. Так, мелкий, а ты куда собрался-то? Эй!
Карапуз. Ну ты посмотри на него, а. Вот же непослушный, а какой. Так, стоп. Оптимально. Это, друзья мои, было оптимальное. Так, тихо. Блин, я с этим летающим, ребят, никак не знаю, как с ним. Он, видишь, он не подтягивается, он ничего не делает. Вот только вот если так вот давить, таким вот образом. Мы с тобой опять же проигрываем. По очкам, я тебе хочу сказать. Если ты еще не заметил этот момент. В плане, как это уже время... Какого фига? Почему? А, выиграли, просто, друзья мои. Так, смотри, у него хурикане был 6 уровня, да? Вот это вот фигня. Слушай, ну я не знаю, 8 уровня. Ты прикинь, вот мне вот с такими вот и приходится всегда драться со своими одноуровневыми растениями. Уже даже заикаться стал, даже слова уже буквы съедаю. Так, ну что же, мы с тобой получаем ведь пиньяты. Ай, красота, ребятушки, как это замечательно. Сколько тут у нас с тобой? Ух, 40 винограда. Так, еще 60 остается, да? Так, 50 очков потратили. Так, 60. Еще 40 есть. Ага, 10 кукурузы нам достается. А, виолет. Опа, на прокачку, девочка. 10 граната. По-моему, все, да, ребят? Ага, ну я вот не знаю, что это за гриб такой, или это не гриб. Не знаю, что это за растение, у меня такого нету. Ледяной горохострел. Все. Да что ж такое, сколько много-то так. Так, лунный цветочек мне выпал. Оу. Электрический горохострел. Так, обычный, да? Обычный горохострел. Так, пуф-рум. Повр-лили. Да ладно, что так много там не дают растений? Эй-эй-эй. Игра тебя там не переглючила, нет? Вау. Мы можем прокачать его. 10, опять же, картофельных мин. Свеколочка. Хм. Фух. Слушай, ну шикарный реворд, ребят, мы с вами получили. Мне понравилось, очень много растений дали. Ну что же, теперь остается нам с тобой получить вот эти 4 пиньяты. Рискнем? Давай рискнем. А что мы с тобой теряем? Да ничего. Ну, перчатки только теряем. Они все равно нам на халяву достались, да, за просмотр рекламы. Так, Лич Сур против меня. Лич Сур. Так, я оставляю, ребят, свою команду. Все-таки она в конце мне помогла вырваться вперед. Единственное, что здесь я не могу противостоять вот летающим зомби. Они меня раздражают. А вот эта вот штука всего лишь один раз у нас за всю игру успевает примениться. Странно, конечно, но что поделаешь. Один раз так один раз. Так, давай выставлять с тобой мины, короче, вот эти вот все. Все мины, которые только можем с тобой выставлять, выставляем их сразу же. Плюс шипы. Будет жарко, будем, ребята, что-нибудь другое с вами затеивать здесь. В принципе, ты можешь уже понять, да, что мы можем с тобой тут затеять. Именно блин, опять он меня, ребята, опережает. Враг меня, ребята, опережает. Как им это все удается, я не знаю. Угу, там бумкнуло. Причем не кисло взорвалось. Я могу вот так вот сделать. И все равно я не опережаю. Все равно не опережаю. Че, давай влупим. Тереть-то нам все равно уже с тобой нечего. Как он так делает? Че у него там за растение? Ты посмотри, он за доли секунды просто... просто переплевывает меня. Я не знаю, как такое может быть. Мне его не догнать, ребят. Вообще, даже шанса нету. Какие там догонки. Нету и все. Вот так вот, если я влуплю, что это мне даст? Да ничего это не дает. И время 22 секунды. Как хочешь, так
Так и понимай, ребят. Какой-то нереал. У него 800, блин. От чего вот это все зависит? У меня ничего не поменялось, ребята. Ну, да ляма, извини меня, мне как до Китая раком, согласись. С чего вдруг? Не знаю, давай посмотрим, кто тут. Ну, гранатовые бомбы. Ну, ничего такого особенного нету, согласись. Последний, ребята, у нас с вами шанс получить эти пиньяты, ё-моё. 4. Поехали. Не знаю, что не так у нас работает. Все должно быть идеально. Все должно было быть идеально. Почему мы проиграли именно по очкам? От чего это зависит? Может быть, куда зомби вступит или как? Не знаю, поехали еще разочек. Последний у нас с тобой шанс. Если не получаем пиньяты, то не получаем. Будет очень обидно, на самом деле. Но если выкрутимся, то очень будет классно. Так, шипы, шипы, шипы. Ну давай, я шипы, куда их поставлю? Давай сюда их влепим. Видишь, шипы слабоваты, ребята. Они не могут пробить зомби. Вот что я заметил. Они не могут пробить зомби. То есть, как бы от них дамаг, ну, не особо хороший. Да, кстати. Вот я сейчас только что об этих шипах подумал. А дамаг не очень хороший, нафиг я их тогда вообще беру. Очень интересно, да? Вопросик. Так, хорошо, тут нахлобучили. Тут вот так вот, пум, с виноградина пошла. Зомби, ты что тут в припрыжку поскакал такой довольный? Скочит. Думает, все ему можно, да? Как бы не так. Как бы не так, потому что здесь будут шипы. Ну, что нам сделать? Ну, давай вот так вот сделаем. К примеру. Так, это все вот так. Вот смотри, вот видишь. Против летающих я ничего не могу сделать. Ну вот, смотри же, опять же, уже 650 тысяч. Почему? Ну та же самая, ребят, колода. Я абсолютно ничего не менял. С чего вдруг вот сейчас вот такая везуха? Не знаю. Просто не знаю. Но она есть. Отрыв просто, просто колоссальный. Сам видишь, что вытворяется тут. Это растение, блин, да, это растение только один раз за заход у меня получается использовать, и все. Вот виноградину бомблю. И опять же залям у нас с тобой очков. Парадокс, просто парадокс. И смотрим. Ну, я тебе не скажу, что у него плохие тут карты. Четвертый, третий уровень. Очень даже, ну, по сравнению с моими-то. Ну, для меня была главная задача получить вот эти 4 пиньяты, друзья мои. И я, ну, я сделал это. Потратил почти все гемы. Но я этого сделал. Так, 10 солнечных грибов. Что-то мне тут надавали этих картофельных мин. Так, высокий орех. 10 штук, да? А, чуть-чуть не хватило. И последний это челебин. Слушай, я попутал, кстати, челебин это вот это вот. А то лазербин. Фу ты, господи, вот оно. Помнишь, я тебе говорил про который лазером-то бомбит? Это лазербин, а это челебин. Ну, извините, ребят, извините, ошибся. Так, ну что, прокачиваем с тобой картофельную мину до 5 уровня. Не хватает, как ты видишь. Тоже не хватает. Слушай, очень много растений, которые можно прокачать. Которых можно открыть и прокачать. Да, друзья мои. Очень много всего. Тут сколько вот ты стоишь? Сколько ты стоишь? 379 рублей. Я знаю, что он прекрасен. Он пробивает сквозь зомби. Плюется, да, своим горохострелом. И каждая горошина бьется электричеством, нанося урон всем, пролетая весь ряд. Прикольно, но 379 рублей. Я надеюсь, что когда-нибудь будут ивенты, где мы сможем получить их бесплатно. Надейся, как говорится, надейся. Ну что, дорогие друзья, а на этом я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!